поэтому тебя убрали. Да, да, да. А где можно? Куда? А там люди сидят, там, наверное, есть как бы зарядки, да? Розетки. Да можно взять перезарядку. Я помню, как ты взяла перезаряд, да не это, месяц ходила. Не, в неделю. И не отдала, блин, тоже. Только там, типа, а записано было до на 2500, и он, типа, остается у тебя 2500, до 2500 доходит и все. Ты маму бросила, не проводила? Почему? Я с мамой попрощалась и сказала, я уеду. Я просто не думала, что я как бы не приеду, но я с ней попрощалась. Типа, мам, все, давай. Я ее не провожала прям сумками, да, а чё, ну а что провожать? Она может, как бы, ей, там есть помощь, там водители, которые могут нам помочь. Ну, блин, там тоже хорошо ты сделала в этом прямом эфире, честное слово. Как бы. Нет слов. Вот это тот наркоман, блин, который употребляет на проекте, который крутит детками как может, честно. Честно, я в шоке с него. Я его поддерживала, но в последнее время он слишком охренел. Вместе с Адеевым связался. Решили топить, типа, лучшая защита это нападение. Да нихуя вам не помогут, блядь. Бесит, честно, вот так раздражает. Даже извините за маты, блин. Еле сдерживаюсь. От хорошего вот. Конечно. Блин, такие вещички интересные. Пап, привет. Я жила во Всеволожске. Скажи мне, пожалуйста, в Ленинградской области, в Питере. Если вы вернетесь оба, у Адеева будет инфаркт. Лучше вы вернетесь, а он пусть уйдет. И на самом деле было бы круто так чисто зайти. Да. Давай, садись, быстрее. У меня... Быстрее заряжай. Моя конфетка. Почему шуба? Это стиль такой. Было холодно, а другое было неподходящее. Любой не подходила. Собираешься на проект заново или все уже? Я не знаю, честно, я думаю. Я не знаю. Не особо уже хочется после всех вот. Я не хочу находиться с гнилыми людьми. Не хочу, правда, блин. На проект я люблю, действительно, я бы как бы вернулась, но. Он про тебя постоянно гадости несет, бесится, что не досталось. Вот и я о том же. И твоя вот и бесишься. У меня зарядка уже. А Хорошев на самом деле употребляет, конечно. Адеев, Хорошев. А кто такой Хорошев? Ну, а Сережа этот. Я никого просто не знаю. Я же не слежу. Анют, я все пропустила. Ты теперь с грантом? Нет, мы не с грантом. Он мне просто помог перекантоваться. Помог, поддержал меня как друг. Про кого она сказала? Нарик? Про Сережу и Лешу. Привет, США, ты супер, я за тебя проект смотрела. Спасибо большое, очень приятно. Так, Аня, ты бы посоветовала приходить на проект? Конечно, приходите. Только смотря зачем, как бы вы туда приходите еще. Вопрос. Аня, кто голосовал против тебя, кроме Адеева Хорошева? Я так и не поняла. Я честно, я не знаю. Я думала, думаю, Ебаровы, наверное. Дмитриенко, может, я не знаю, кто. Я со всеми там норм общалась. Знаете, типа дом-два, как бы, блин, я уже говорил раньше, что иногда я скучаю даже не по дом-два. Ну ты классно. Интересно проект. Спасибо большое. Скулы не качала. Мы скучаем там. Знаете, там, ни по прошлому отношению, ни по девушке, ни по парню, там, да? Нет, ни алкоголь не употребляю. Да, что в данный момент. Тяжелые. Ну ладно, не тяжелые, но кто-то тяжелые препараты. Состав, определенные события. А кто-то, поэтому, да, если бы еще алкоголь, я бы молчала вообще. Да, это нормально, я тоже употребляю алкоголь. На данный момент как бы, он вообще никак не вписывается. А, что-то они плохо, неразборчиво говорить стало. Да, момент, мне не слышно. Не слышно здесь. Орет этот грант по духу. Я себя не слышу. Если Адеев употребляет, зачем с таким встречалась? Ну, потому что как бы я ну, не категорично прям к тому, что ну, типа, употребляют, все, я с ним не буду. Нет, я не такая. Я надеюсь, что человек изменится. Он недавно ездил, капался.
про свои вот. Планы я никогда не рассказывал. Но я поняла, что это уже неизменимо. Все отлично. И проект... Переживаешь, что ушла? Никак не включится. Не особо. Не особо. Я бы хотела остаться, но с таким коллективом не хочу. Не себя больше. Бран, ты не ори. Чуть-чуть потише. Я не слышу. Нет. Нет, тебя больше, ты очень милая и воспитанная. Я благодарю. Воспитаю. Да мне уже пишут, что я воспитанная, не надо меня воспитывать. Не надо, а почему ведущие их не выгоняют? Были времена, где выгоняли что-то, то, что пьют, а тут наркотики закрывают глаза. А ведущие не знают. Очень-очень я думаю так. А девочки, конечно, не алко, по их лицам эфир очевидно, что они не на психотропах. Это график. Сколько? Это сейчас мы заряжаем телефон. 8. Я терпеть не могу, я люблю свободу. И я... Вот когда у меня нет нормированного... Я сейчас заряжу телефон. Да, я сам себе выбираю время, когда поработаю. Типа, мне это типа подходит. Так, смотрите, по поводу карандаша, блеска для губ. Давайте я вам... Анюта, ты мудрее их всех. Спасибо большое. Yes. Надеюсь, no. Хоть хорошо, хоть люди это видят. Аня, что, приехала? Друг друга прикрываете с прямыми эфирами. Горина тоже видно. Так, смотрите, давайте надо покажу. Надо не параллельно в эфир выходить, а куда не жить. Почему? Ну, что там, сюда, туда-сюда. Да? Нет. Так. Короче, карандаши разные могут быть. Короче. Я вообще купила, это вообще для бровей, потому что я не могла найти для губ. Короче, вот такой. Может, ты еще неделю походишь с этим макияжем? Нет, уже не очень. Не очень? Вот. Блеск, ну как бы тоже там. Это самый обычный. А я вообще заказываю... Подписано, друг. Я вообще заказываю на Озон блеск 3D, вот он классный, вот он прям вообще офигенный. Я заказываю сразу несколько штук. Вообще, я партнер года. Слушай, впереди еще глядишь, поженитесь с Грантом, он не зря тебя ревновал и писал чухню неравнодушен. Не-не-не, Грант мне не нужен. Что ты сказала? Он тут пишет, лучше впереди, еще глядишь. Ты сказала, Грант тебе не нужен? Да. Чего? Она мечтает быть со мной просто. Ты гонишь, ты чего? Не, у меня другие претенденты. Вот если я тебе не нужен, на улице будет жить. Грант, ты что думаешь, я с тобой, потому что как бы, ну, если ты мне предоставляешь жилье, то есть мне надо с тобой быть? Аня, меня будет вина брать. Брат, не говори мне такое. Ну ты знаешь, чем это чревато? Дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. А, ты, может, на что-то и рассчитываешь. Кто-то один и... Это ты, да? Меня влюблена. Это ты, получается. А что ты агришься так, а? Я об этом не говорила. Так, на ушко шептала. А мне вот такая, наконец-то, слилась в дом 2. Да, Ильич. Скажи сейчас хотя бы, Лиза была беременна или тут... Торопился. Я не знаю, вчера, честно, вчера. Я думаю, хотя что да, это я не мне знаю. Это не свойственно, потому что я ладую с опытом, я уже 12 лет. Не оставаться 12. На проекте? 12 лет, да, я уже сам день. Грант, все, поехали. Сколько у тебя зарядка? Костя самый нормальный для тебя был. Да я вас умоляю. У меня же еще самое лучшее впереди. Костя, Адея, блин, это все, это прошлое уже. Чпок меня нет, куда? Блядь. Адея в купол. Давай мы его привяжем. А он еще, смотрите, еще возбудится. А мы ему руки привяжем. Кайфанем. Слышишь, мы его вот так вот к стулу привяжем, короче, меня там не видно. Мы к стулу привяжем ему, рот закроем и встанем перед ним. Это фантазия. Жесть. Я хочу посмотреть на его лицо. Мама дома. Давайте, ребята, лучше... Алексею Адееву пожелаем крепкого здоровья. Вот думаю, осталось считанные минуты, чтобы мне решить. Человек, который уже в возрасте,
тоже уже пятый десяток скоро разменяют. Я, может быть, приду, зайду можно чисто вот, спрошу, почему меня проголосовал. Алешеньке здоровья. Лешенька, тебе крепкого здоровья, друг мой. Ему сейчас это необходимо. А потом вот эти полный модель. Хочешь сказать, вы сейчас будете ночевать в одной квартире? Вопросик. Хочешь сказать, что вы сейчас будете ночевать в одной квартире и ничего не будет? Вот так вот. Блин, вы по себе судите. Мы без проблем можем спать вообще вместе. Балетом, блядь. Балетом. Слышишь, мы можем спать, как бы, да, хоть в обнимку, и ничего может не быть. Я без проблем, я, ну, как бы, нормально к этому отношусь. Как можно страх от друга, это же... Аня, только, пожалуйста, друга не знала, подругу представляю. Друга не представляю, подругу, да. Ну, подруга. Аня, только, пожалуйста, не будь сгранта, ты достойна мужчин, достойна вот этой подруги. Эй, детка, ты моя конфетка. Я устала говорить. Мне 69. Аня, самое главное, что ты искренняя и настоящая. Оставайся такой. Спасибо большое. Может быть, что-то нужно подправить? Скажите, пожалуйста, вот, что вам, может быть, не нравится в моем поведении, вот, на проекте? Скажите. Если будет возможность, то оставайся на проекте. Подумаю. Сегодня попадаете на проект, по-моему, с грантом вы мимо. Аня, не разменивайся на мою куртку лучше. Спасибо большое. Оставайся на проекте. Очень хочется увидеть тебя в нормальных отношениях. Честно, я думала, с Костей как бы может получится там построить отношения, но... Ну, не получилось. Не знаю. Я все долго думала. А когда я сомневаюсь, то лучше мне не это. Не пробовать. Чистая и непорочная идея. Дай зарядку. Сейчас цель батарейка мне собирает. Гранту тоже надо. 16%. Все, едем, Грант, на поляну. Да. Ладно, давайте я, наверное, чуть позже проведу прямой эфир уже после того. Но если я останусь на проекте, я наверное, либо ночью проведу эфир, либо не проведу. Может быть, историю запишу какую-нибудь. А вот, все, мы уже едем. Давайте, у меня батарейка садится. Все, спасибо большое вам всем, кто смотрел. Если надо, я сохраню эфир. Боже, уже выставили в этот. Самонина не знает, была ли Лиза беременна. Пиздец, просто выставляю такую дичь. Я сказала, типа, я не знаю, я думаю, что она беременна. Ну, типа, я не знаю, беременна, наверное. Просто есть, типа, по сценарию, там, или какой-то фейк, я не знаю. Я знала, что она беременна. Я верила, что она беременна. А что, как было, на самом деле, я не знаю. Мне никто ничего не говорит. Все, ладно, давайте, спасибо большое. Хотя нежные клетки восстанавливаются.